5 октября учащихся Севастопольского торгово-экономического техникума наградили за помощь в проведении всероссийского слета руководителей молодежных почетных караулов постов номер 1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений, который проходил в городе-герое с 25 по 27 сентября. 15 студентов помогали в организации и проведении слета в качестве волонтеров. От имени руководства музейного историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея, где разворачивались основные события, студентам и педагогам техникума передали благодарственную грамоту. По словам организаторов, помощь волонтеров во время слета была незаменима. Везде, где только можно и нужно, они всегда оказывались рядом, никогда ни в чем не отказывали. И благодаря именно им, как мы считаем, Севастополь и наш музейный комплекс в этом соревновании, в этом всесоюзном мероприятии выглядели очень достойно. Заместитель регионального координатора Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы Александра Гурьева также поблагодарила студентов за хорошую работу. По ее словам, участие ребят в городских и всероссийских акциях – прекрасный способ воспитать будущих патриотов и защитников страны. Это очень важно, когда ребята в столь юном возрасте, еще школьники, они понимают, что на их плечах именно сохранение истории, знание истории. Руководство торгово-экономического техникума поощрило грамотами также самых активных участников волонтерских акций.